Первая концепция развития территории обсуждалась 10 марта. Зеленодольцы попросили разработчиков не нагромождать авангард арт-объектами, а лучше обратить внимание на вторую часть парка возле отдела полиции. Архитекторы прислушались к мнению горожан и разработали новую концепцию развития территории. Мы расширили границы проектируемого участка. И по насыщению. Многих присутствующих волнует вырубка деревьев, которые для горожан являются визитной карточкой Зеленодольска. Я на самом деле очень рад тому, что вы такие активные. Я вас очень прошу, у нас впереди целое лето. Посадите хотя бы один цветочек. Посадите их 20, посадите деревья. Значит, более того, мы ознакомим любого из вас, кто беспокоится по судьбе деревьев, это правильно. Значит, когда проект мы видели, нас убедили, что они не вредят деревьям. Если мы увидим хотя бы один риск, мы сразу их уберем. 83 миллиона рублей выделила республика в 2017 году на реконструкцию парка «Авангард». В 2016 году на 63 миллиона 300 тысяч рублей проведена реконструкция набережной городского озера. Теперь в работе вторая очередь – стадион и лесопарковая зона. Мы основывались на главных принципах – это экологичность, это сохранение и защита парка. И очень важно, чтобы в нашем городе, если уж он обновляется, чтобы он обновлялся с учетом того, что любой житель мог воспользоваться и прогуляться по этой зоне. Чувствуют, что люди из другого города, не истинные зеленодольцы. Они рассказали нам дополнительную информацию, которую, возможно, мы не учитывали. Это режим работы сезона, потому что мы круглый год не можем здесь находиться. И это действительно очень полезно. Как только жители утвердят проект реконструкции парка «Авангард», станут понятны расходы на него. Оставшаяся сумма пойдет на пляж, проект которого тоже подвергнут общественному обсуждению. Оно должно быть назначено до начала купального сезона. Айгуль Акимова, Дамир Низамов, новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».